Библия очень часто говорит о человеческой жизни как о море, которое нужно переплыть на какой-то совсем-совсем маленькой лодочке. И там под днищем бездна и море. И кажется, спасения нет. Но главная эта идея заключается в том, что чем глубже, тем больше Бога. И там в глубине Он есть. И в страданиях Он есть. И в немощи Он протягивает руку. А задача проста. Сказать те слова, которые мы слышали сегодня. Господи, я верую. Но поддержи мое неверие. Помоги моему неверию. И мир изменится. Аминь.